Картина состоится в рамках программы «Специальный корреспондент» с Евгением Поповым. ЛГБТ в борьбе за улицы, умы и души. Переписанная Библия с радужным крестом. Обойти законы природы. Что ждет миллионы детей под опекой однополых союзов? Вместо мамы – биоконтейнер. Зачем геи усыновляют мальчиков, а лесбиянки – девочек? Где критика гей-сообщества стала преступлением, а несогласных с радужными устоями лишают имущества? Зачем Брюссель помогает геям Кишинева устроиться в школы и детские сады? Работают ли российские барьеры против гей-пропаганды? «Содом» – фильм Аркадия Мамонтова. Запрещено для детей. Специальный корреспондент сегодня. Не пропустите. И срочная новость из Молдавии. Власти...